Для каждого подключенного диска доступна отдельная панель, к примеру такая, на которой DriveLead отображает важную информацию. Если винчестер поделен на несколько логических дисков, здесь вы увидите их имена. В противном случае будет отображаться всего одна буква. Шкала под буквой диска указывает на степень заполнения накопителя данными. Индикатор температур показывает степень нагрева жесткого диска, например, вот так. Если цифры становятся красными, значит винчестер перегрелся. В этом случае сразу же выключите компьютер и проверьте, исправна ли система охлаждения корпуса. Если какой-то вентилятор зарос пылью, необходимо очистить его. Если все вентиляторы работают нормально, то, вероятно, неисправен жесткий диск. Большая шкала показывает предположительный остаточный срок службы жесткого диска. Если зеленая область совсем мала, значит пора переносить все данные на новый винчестер. При нажатии на эту кнопку откроется новое окно. В строках ниже показано количество допущенных при операциях чтения и записи ошибок, которые удалось исправить в автоматическом режиме. Если их нет, диск в полном порядке. Если есть, пусть даже несколько миллионов, и такие же цифры указаны в строках, накопитель еще может протянуть некоторое время. Однако на сбойном винчестере важные данные в любой момент могут оказаться непригодными для чтения. Путем клонирования их следует перенести на новый диск. В дополнительной секции DriveLead можно получить информацию о подключенных накопителях или сетевых дисках.